говорил ко мне. It was a time of worship with the Lord. И это времена были, когда время я поклонялся Богу. I recall when Abraham had an experience with Jehovah, with Elohim. Я помню, читая, когда Авраам встретился с Елохим. He would build an altar there. И когда на этой встрече, после этой встречи, он построил алтарь. And he would move a distance, and God would reveal himself to him again. И он продолжал дистанцию, и когда Бог встречался с ним, он опять строил жертвенник. And he would build another altar. И он построил другой жертвенник. And he took his son Isaac into the mountain. И тогда он взял своего сына в горы. Mount Moriah. Гора Мириам. And he built another altar there. И он построил другой жертвенник там. We have altars in our lives. И у нас есть жертвенники в нашей жизни. That we have to be careful to keep the altars built. И нам нужно быть очень внимательными, чтобы строить эти жертвенники. And sometimes we will let the altar slide. И иногда мы просто пропускаем мимо построение жертвенника. I personally believe that the altar of all altars. Лично я верю, что жертвенник всех жертвенников. Was when the Lord God gave a pattern on Mount Sinai. Это время, когда Бог, сам Бог дал образец на горе Синай. And he said, I want you to build this tabernacle. И он говорит, я хочу, чтобы ты построил мне скинию. And I want you to build it according to the pattern that I give you. Я хочу, чтобы ты построил по моему образцу. I'm wanting you to build this tabernacle in two. With two inside parts. Я хочу, чтобы ты построил скинию в двух частях. I want the first part. Первая часть. To be the holy place. Чтобы было святое место. I want the second part. А вторая часть. To be the holy of holies. Чтобы было святая святых. And in that second part. И в этой второй части. I desire to see the Я желаю во второй части видеть ковчег завета. The Ark of the Covenant. Потому что ковчег завета является жертвенником всех жертвенников. When we see the Ark of the Covenant with the mercy seat on top of it. Потому что когда мы видим ковчег завета, God said, и потом God, with the mercy seat, mercy seat, the golden lid, where the golden lid, with the angels. Книга, крышка ковчега. Yeah, so the golden lid is where the Lord told Moses that he could come and speak to him. И крышка ковчега это было то место, где Бог приходил и говорил к Моисею. It is the altar of communion. И это было алтарь общения. It is the altar of his presence. Это был алтарь его присутствия. And you remember, as long as they moved in the wilderness. И помните, что независимо, как долго бы они ни двигались по пустыне. They took the Ark of the Covenant, the altar with them. Они всегда брали ковчег завета с собой. They had a brazen altar where they offered sacrifices. У них был бронзовый алтарь, где там приносились жертвоприношения. But they had the altar where they spread the blood of an animal once a year. Там был жертвенник, где они окропляли кровь животных раз в году. Said, that's where my presence is. И Господь сказал, что вот где мое присутствие находится. И я хочу вам напомнить сегодня об этом, что есть нечто, что нам нужно помнить, что мы можем быть занятыми, делать вещи, дела. And we forget that the very main thing. И мы забываем самое важное. Is to spend time with Him. Это чтобы проводить время с Ним. To experience His presence. Переживать Его присутствие. To experience His love. Переживать Его любовь. Because the Ark of the Covenant. Потому что ковчег завета. Is a picture of His presence. Есть картина Его присутствия. We find in First Chronicles. В первой Паралипоменон. Chapter 13. 13 глава. You will find in verse 6. В шестом стихе. That David. Первая Паралипоменон, 13 глава, 16. What verse? Шестой стих.
that David and all Israel went to Bala to Kirjath-Jearim. Это когда Давид и весь Израиль в Кирьяф-Иарим, which belonged to Judah, которая принадлежала Иудее, to bring up from there the ark of God, the Lord, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, who dwells between the cherubim where his name is proclaimed, Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. So you see, the ark of the covenant wasn't just a wooden box covered in gold. Видите ли, ковчег завета не был просто такая деревянная коробка из золотой покрывалом. With a lid on top of it. С крышкой золотой. With the angels' wings above it. И с крыльями ангелов, которые покрывали. But the scripture says it is actually where God dwells. Но там написано, что это место, где Господь пребывал. What had happened was they had kept it in the tabernacle of the wilderness for 40 years. И что происходило? 40 лет они держали и носили с собой этот ковчег. Then it was in the tabernacle at Shiloh for a number of years. И потом было в другом месте какое-то время. And then they took it in the battle against the Philistines. А потом, когда было сражение с филистимлянами, они брали с собой. And the ark of the covenant got captured. И потом ковчег взяли в плен. And the scripture says that the glory of the Lord left. И написано, что тогда слава Божья ушла. That this article was the glory of God. И этот прототип показывал, что там находилось присутствие Божье. Присутствие Господа. And you know the story, I don't have to repeat it to you. И вы знаете эту историю, мне не нужно повторяться. But the Philistines tried to keep it. Но филистимляне пытались удержать. But God brought accidents and brought problems. Но Бог начал and plagues to them. Посылать проблемы и проказы. And they sent it back. И они отослали ковчег обратно. And so they left it in the house of Abinadab. И они оставили в доме Абинадава. And the altar was gone for years. И алтарь 20 or 30 years. Где-то 30 лет его не было. And then David became king. И когда пришло время, и Давид стал царем. And he said, we must bring the altar back. И он сказал, что нам нужно вернуть алтарь. I must build a ковчег. Tent for the altar. Мне нужно построить алтарь для ковчега. And I must put it in the city of David. И я должен поместить ковчег в городе Давиде. The city of David, which is called Mount Zion. Город Давида, это назывался гора Сион. Вот где я хочу, чтобы было присутствие Божье. И вы знаете эту историю. И он пошел за ковчегом. И потом у них был случай, произошел. The ark stumbled. I mean, the cow stumbled, the bull's ox stumbled. That was pulling the cart. И вы помните эту историю, где ковчег, когда возвращались, валы приткнулись. And Uzza reached his hand out. Споткнулись. Uzza reached his hand out to steady it, and he got killed. И человек, который хотел поправить ковчег, когда он хотел дотаркнуться, он умер. And David was afraid of the Lord that day. И в тот день Давид испугался. And he said, I'm going to leave the ark here. И он сказал, я оставлю ковчег здесь. Now, he was almost home with it. He was almost home with the ark, almost to the city of David. Он почти дошел до места назначения. Уже почти дошел ковчег до горы Синай. Because he was in Judah, потому что in the territory of Judah. Это было уже на территории Иуды произошло, Иудеи. So he looks around, says, и вот он смотрит вокруг и говорит, что же мы будем делать с and этим? And he leaves it in a man's house named Obed-Edom. И вот он оставляет ковчег в этом доме у этих людей. And after he does that, that's in verse number 13. Это в 13 стихе написано. After he does that, в доме Авидара оставил. He goes home. И оставляет и идет домой. And look in verse 14 of и посмотрите в 14 стих. It says, the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months. Там написано так, и остался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца.
And the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. I've just studied this recently. И я вот это изучал недавно. I saw what they believed to be the diagram of a house that Obed-Edom would live in that day. И я видел диаграмму того дома, когда в котором жил Авидар. And he took the presence of God into his house. И он взял присутствие Бога и поместил в своем доме. Представляете себе, вы имеете присутствие Бога в вашем доме. Это было очень необычно для того дня. Потому что присутствие Божье было всегда за ширмой. I know some people say, well, yeah, but that's it can't be today. God is everywhere. Сегодня люди могут говорить: "Да, но Бог везде сейчас". It couldn't have been back then. Но тогда не было так. Because God was everywhere. Потому что God was everywhere. He is. Well, he was then, back then too. Бог был тогда тоже везде. So we say, okay, then how can the presence of God be at the ark? И если Бог был везде, то можно задать вопрос: как же так, что присутствие Бога было в ковчеге? Because the ark was the manifestation of God's presence. Потому что ковчег Завета было проявление Его присутствия. Psalms 139 says that God is everywhere. 138-й псалом говорит, что Бог везде. I believe that. Don't you believe that? Я верю в это. Вы верите так? God is omnipresent. Бог вездесущий. Нету места на земле, куда бы вы ни пошли, и его не было бы. But God is not always revealing himself everywhere. Но Бог не всегда проявляет себя, свое присутствие в том месте или в другом. When Elijah was on Mount Carmel, когда Илья был на горе Кармель, and they built the altar to their idols, и они построили алтарь своим идолам, and Elijah built an altar to the living God. И Илья построил жертвенник живому Богу. And he said, which one the fire falls for, he will be God. И он сказал, на кого сойдет, на какой жертвенник сойдет огонь, тот истинный Бог. All day, the priest, the idolatry priest danced around the altar. И собрались священники, nothing happened. Которые поклонялись идолам и молились, и ничего не случилось. But he steps up. Elijah steps up to his altar. И вот Илья стоит перед своим жертвенником. He has the cow on it, the bull on it. И вот он находится на жертвеннике. He has a trench around it. Жертва. Water poured everywhere. И вода полита везде. And he said one prayer to the Lord God. И он говорит, одна молитва Богу. And what happened? И что происходит? Fire fell. Огонь сошел. Фу. Фу. Burned it up. И все сжег. And everyone bowed down. И все склонились. And they said, the Lord, he is God. И они сказали, Бог есть, живой the Lord, Бог. He is God. Господь есть Бог. I think I would have done the same thing. Я думаю, что я бы то же самое сделал. See the fire fall and burn up чтобы everything. Увидеть, как огонь сходит и But что все see, сжигает. That was God showing himself. И это было время, когда Бог проявлял себя. That was his manifest presence. Это его было проявляющее присутствие. His manifest presence is him doing things in one particular place. Проявляющее присутствие — это когда он что-то делает в одном определенном месте. That he may not be doing anywhere else. Будет делать то, что он не будет делать в другом месте. Let me give you another example. Другой пример приведу. Solomon, when he dedicated the temple. Соломон, когда он посвятил храм. They killed thousands of animals. И они убили сотни тысяч животных. And they gave prayer to the Lord God Almighty. И они вознесли молитву всемогущему Богу. And suddenly the glory of God came down. И внезапно присутствие Бога сошло. And there was a cloud there that covered the place. И было облако, которое покрыло то место. And the priests could not stand because of the presence of the Lord. И священники не могли стоять из-за того, что присутствие было велико. Oh, dear Lord, I'd love to see that. Вы знаете, что я бы желал видеть это. I'd love to see that. Я бы желал увидеть это. That's the manifest presence of God. Потому что это проявляющее присутствие Бога. And that's what the Ark of the Covenant represents. Вот что означает завет, ковчег завета. I got a video about 7 or 8 years ago. Где-то 7-8 лет назад я получил одно видео. There was a church in Texas, down near the coast of Texas.
Была, есть одна церковь, которая находится на берегу залива в Техасе. И в один день, во время дня и во время недели, один человек, который работал в церкви, один из работников церкви, вошел в главный зал. And there was a cloud in the front, up at the altar. И впереди, возле сцены, было облако. It was a living cloud. It was moving. Это было облако, которое находилось, оно двигалось. She ran and called the pastor. Она побежала, позвала пастыря. He came in and saw it and just fell on his face. Он когда зашел и когда увидел это двигающееся облако физическое, он упал и замер на полу. One of the staff members grabbed a camera. Один из других работников церкви взял фотоаппарат and took a picture of what was happening. И записал, что происходило. Видео заснял. I saw the video. Я увидел это видео. I saw the cloud. Я видела это облако. It was there for over 2 weeks. Это было там где-то 2 недели находилось облако. People would drive, would come in off the street. Люди приходили с улицы. And they would get saved. They would come to know the Lord. И они отдавали жизни Богу, покаялись. A revival happened. A revival broke out. Пробуждение началось. God was manifesting himself there. Бог проявлялся в чем-то. Oh, I love that. Мне очень нравится это. See, in our churches today, видите ли, в наших церквях сегодня, we sometimes glibly say, the Lord is here. Мы говорим так легко: Господь здесь. Visitors come in. И приходят и гости. And they say, they say the Lord is here, but where is he? И говорит, мы пришли, потому что они говорят, что Господь здесь. Но где Господь? Well, he's here. Но он здесь. Yeah, I да. I know he is. Я знаю, что он where здесь. Two or three are gathered together. Потому что написано, где двое или трое собраны во имя, там и я. There Yeshua is in our midst. И Иешуа среди нас. But he may not be revealing himself. Но он может не проявлять себя. You remember in 1 Corinthians 14. Помните, 1 Коринфянам 14 глава. Verse 25. 25 стих. There was a man who walked into the Corinthian church. Был человек, который вошел в Коринфянскую церковь. And the gifts of the Spirit were operating. Дары Духа Святого действовали. И написано там, что были открытые секреты его сердца. И когда он это услышал, он упал ниц. И он начал поклоняться Богу. И тогда он сказал: «Воистину Бог здесь». Почему? Because he saw the Потому что он увидел проявление присутствия Бога. People don't care. Людям все равно. The people out there in the world. Там на улице. They don't в миру. Care about what we believe. Им все равно, во что мы верим. They really don't care about the name over the church. На самом деле им все равно, как называется ваша церковь, they're имя. They're looking for God. Но they're looking for an experience. Они ищут переживания, они ищут встречу с Богом. They're looking for an answer. Они ищут ответы. They want to know, do we love them? Они хотят знать, любим ли мы их. Есть ли Бог, который примет их такими, как они есть? Они ищут Бога. Сколько из вас? Помните, когда вы впервые покаялись, когда вы приняли Иешуа в свое сердце? Сколько из вас помнят то мгновение? Окей. Okay. Song that was being sung. Сколько из вас помнят песню, которая пелась в тот день? About 4 or 5. Где-то 4-5 человек. How many of you remember the sermon that was being preached? Сколько из вас помнят проповедь, ту проповедь, когда вы покаялись? The day you got saved. A few more. Еще больше подняла руки. How many of you remember the presence of the Lord? Сколько из вас чувствуют помнят присутствие Божье в то время, heart, которое коснулось вашего сердца. Все мы. Потому что Он привлек нас к Себе. И мы чувствовали Его присутствие. Мы знали, что Бог там. Я хочу прочитать вам some things that happened in the 1800s in America. Некоторые вещи, которые произошли в Америке в 18 столетии. This was at a time
Это было время, when a great revival was taking place in 1801. Когда великое пробуждение пришло в 1801 году. I'm quoting this from a book. И я сейчас цитирую из книги. As the meetings progressed, как и продолжались служения в то время, and the excitement grew more intense. И восторг поднимался больше и более напряженный был восторг. The crowd rushed from preacher to preacher. Толпы, они двигались от проповедника к проповеднику. They were singing and laughing. Они пели, и они смеялись, и они восклицали. They were calling on men to repent. И они кричали другим людям, чтобы покаялись. Men and women fell on the ground. Мужчины и женщины падали на землю. They were unable to help themselves up. Они не могли помочь себе. And so they fell, those who fell were gathered up. И те, которые падали, другие вокруг них собирались. And they were carried to the meeting house because they were outside. И их приводили на собрание, там, где были служения. They were spiritually slain. И люди не могли ходить, потому что они были в духе поражены, были сражены, не поражены. And as they laid upon the floor, в то время, как они лежали на полу, some of them laid quiet, unable to move. Некоторые из них лежали на полу, не двигались. And unable to speak. И они не могли говорить и двигаться. Some could talk. Некоторые могли говорить. But were unable to move. Но не могли двигаться. Because the presence of God had fallen in that place. Потому что присутствие Божье сошло на то место. I believe there is revival coming. Я верю, что пробуждение грядет. I believe the presence of God is going to fall. Я верю, что присутствие Божье сойдет на Украину. Going to fall upon the messianic movement. Сойдет на мессианское движение. That the word of the Lord is going forth. И слово Божье будет идти вперед. And that people out there don't have to just believe with their head. И люди, которые находятся там, им не придется просто верить здесь. But they can see the goodness of God. Но они будут видеть доброту и благо. In the Psalms he says, "Oh, taste and see." В Псалме написано: «Придите, вкусите, насколько благ Господь». It's like we can taste the presence of the Lord. Такими словами, что мы можем вкусить и попробовать. Насколько Он благ. But we know He is present in our heart. Но мы знаем, что Его присутствие в нашем сердце. Most of the time we walk with that sense of presence. И большинство времени мы ходим по земле, и мы чувствуем Его присутствие внутри нас. How many of you know where Ireland is? Сколько из вас знают, где находится Ирландия? 1859. 1850 год. This is from the authentic record of revival. И это тоже запись из пробуждения. This is a short paragraph. Короткий But it was in the house of God where the greatest numbers were awakened. Это было в доме Божьем и было большое пробуждение. Extraordinary scenes were seen there. Песни экстраординарные песни пелись. So numerous were the cases that they found it necessary to have cars regularly in attendance to carry the stricken people to their own houses. И настолько было опять сражены людей в духе было, что были машины. People, cars. Yeah, they actually had some early cars in 1859. I looked it up to make sure. Машины были. Почему вопрос машин стоял? Потому что, говорит, я делал исследование, и в 1859 году были первые машины. И были несколько машин, которые брали людей со служения и везли их домой, потому что люди не могли передвигаться. The people were out under the power of the Holy Spirit. Потому что люди находились под влиянием Духа Святого. I've been in meetings where we've been worshiping. Я был на таких служениях, где мы поклонялись Богу. And without prayer, people would begin to be healed. И без молитвы люди просто получали исцеление. We would be singing. И мы пели песни. And people would come to the altar. И люди приходили вперед. This morning. Сегодня утром. This morning I was in Николаев. Я сегодня утром был в Николаеве. And without a message being preached. И еще не было проповеди сказано. After we got through worshiping with our singing and our hands raised. По окончанию прославления, когда мы пели, поклонялись, восклицали Богу.
11 people walked the aisle. 11 человек вышли вперед на покаяние. And committed their lives to the Lord Jesus Christ. И они посвятили свою жизнь Господу Иисусу Христу. Hey. You know, you could feel the presence of God there. Вы можете почувствовать присутствие Бога там. You knew He was there. И вы знали бы, что там был Бог. I was there 2 years ago. Я был там 2 года назад. And you may remember, I could hardly walk on my, если помните, this leg. У меня была проблема с ногой, и мне тяжело было двигаться. And my knee. Мое бедро и мое колено болело. Помните, в прошлом году я даже уже танцевал здесь. Но 2 года назад я практически не мог ходить. И я стоял на собрании во время поклонения. И я почувствовал, что небольшое такое ощущение имел. Дрожь в бедре. И это вибрировалось внутри моего тела. И я подумал, что же происходит со мной? Я даже не просил. Мы всего лишь поклонялись. Мы взывали Господу. Мы пели о величии Бога. Так же само, как мы сегодня, несколько минут назад. Мы здесь танцевали. Мы хлопали. Мы поднимали руки вверх, и мы пели. И вы могли почувствовать присутствие Бога здесь. Я верю, что Бог желает открыться себе. И тогда, когда я чувствовал дрожь в ноге, я не знал, что происходило, но я начал говорить. Когда я стал проповедовать, у меня боль ушла. И 2 года уже моя нога исцелена. Мое бедро и мое колено. Я знаю, что Бог желает открываться себя. Помните Иону? Когда он убегал от присутствия Бога? Как он убегал от присутствия Бога? Бог же везде. He was running from the manifest presence of God. Он убегал от проявляющего присутствия. God was wanting to speak. Потому что Бог хотел говорить к нему в сердце. And we need to be reminded of this. И нам нужно, чтобы нам напомнили сегодня. Because there is a great need in our lives. Что есть великая нужда в нашей жизни. To walk in the presence of God. Ходить всегда в присутствии Божьем. Let me tell you what I know from the scripture. Разрешите мне сказать вам, что я знаю на основании Писания. God made man to communicate with him. Бог сотворил человека для того, чтобы общаться с ним. God made man for relationship. Бог сотворил человека, чтобы говорить с ним. He walked with Adam and Eve in the garden. Он подошел к Адаму и Еве. И он говорил. Говорил с Моисеем. Говорил с Яковом. Он говорил с Исааком. Он говорил с людьми. Он хотел говорить с каждым. Как написано в Исходе 19 глава. Но они не захотели говорить с Господом. Они сказали: «Моисей, ты иди говори». And come back and tell us what he said. И потом ты придешь и расскажешь нам, что он сказал. Но Божье желание говорить каждому нашему сердцу индивидуально. И мы каждый знаем, что означает. Что означает быть близко с Богом. Что значит быть близким к Нему. Потому что Его желание открыться тебе лично. Потому что иногда мы даже не имеем намерения. Или мы отвлекаемся. Один раз я находился в зале со своей женой. И мои мысли где-то были далеко. А Сибил говорит со мной и говорит. И она говорит: ты согласен со мной, Оуэн? А я говорю: что?
You mean you have not heard anything I've said? Ты имеешь в виду, что ты не слышал, что я рассказала только что? I said, well, I heard your voice. Я слышал твой голос. But I don't know what you said. Но я не слышал, что ты сказала. I'm sorry, I wasn't listening. Прости меня, я не слышал. Я не слушал тебя. Я думал о чем-то другом. And sometimes we think about other things. Иногда мы думаем о чем-то другом. We get involved in other things. И мы вовлекаемся в другие вещи. We failed. И мы падаем. И мы упускаем эту возможность иметь близких отношений с Ним. И я хочу закруглиться этой иллюстрацией. Я хочу, чтобы мы вернулись в этот дом Авидара. Я бы желал, чтобы ты поставил себя на место Авидара. Царь Давид. Levites and priests. Левиты и священники. Are out in his front yard. Они находятся у него во дворе. And he says to Eliezer. И он говорит Элиезеру. Go ask that man that lives there. Иди к этому человеку, который живет в этом доме. If they can keep God for a while. И спроси, если они смогут, чтобы Бог жил у них какое-то время. So imagine with me. Давайте сейчас включим свое воображение и представьте себе эту картину. Элиезер knocks on the door. Элиезер, священник, стучит. Obed-Edom opens it. И Авидар открывает дверь. He said, "Yes, may I help you?" И он открывает дверь и говорит, могу ли я вам чем-то помочь? Says, oh, а он говорит, that man back there is King David. Вот тот человек, который там находится, это царь Давид. And that thing, that box there, и вот та коробка, that's the presence of God. Это тот ящик, это присутствие Бога. King David wants to leave it in your house. И царь Давид хочет оставить это в вашем доме. Would you mind keeping God for a while? Не возражаешь ли ты, чтобы поддержать немножко Бога в своем доме? I can imagine Obed-Edom said, just a moment, let me ask my wife. Я представляю, как Авидар говорит, подождите секундочку, я пойду спрошу свою жену. He said, honey, come here. Он говорит, дорогая, подойди сюда, пожалуйста. That's King David, and вот там тот царь Давид. И вот этот ящик, который находится там, that's God. Это Бог там. And he wants to leave him in our house. И он хочет оставить его в нашем доме. What do you think about что it? Ты думаешь? Oh, yes, honey. Да, дорогой. We can make room. Мы, конечно, сделаем место. We'll move the sofa, the мы couch софу, over. Мы диван уберем. And, yeah, tell him, да, скажи. Just bring him in and put him right принесите here. И поставьте вот здесь. So they bring in и вот они приносят, очень заносят аккуратно. Remember, one person's already, потому что, помните, потому dead. Что тот человек, один человек уже к этому времени умер. So they bring in the ark carefully. И вот они приносят and очень they, осторожно. And they set it in his house. И они оставили в этом доме. And they leave. И ушли. And they go off singing. И когда уходя, они пели песни. And it just disappears. И они They're исчезли. Singing sad songs. И они пели песни We've печали. Left the glory of God. Мы оставили славу Бога. But something strange began Но to happen. Что-то странное начало происходить. Because in 1 Chronicles chapter 13, потому where we were reading, первое Палипоменон, 13 глава, откуда мы читали, that the Ark of the Covenant was in Obed-Edom's house 3 months. Потому что написано, что в доме Авидара ковчег находился 3 месяца. And the Lord blessed everything that he had. И Господь благословил все, что он имел. Everything все, that he had. Что он имел. He blessed. Он благословил его детей. The children were so changed. Дети изменились. They were looking for things to do around the house. Они дети искали, что сделать в доме. One of them would say, "I'll carry out the garbage." Один говорил, я мусор вынесу. Another one said, "Oh, I'll wash the dishes." А другой говорит, я буду мыть посуду. Another one says, "I'll clean off the table." А третий говорит, я буду стол убирать. Another one said, "I'll clean off the table." А другой говорит, я буду стол убирать. Mom and dad's looking at them like. А мама и папа смотрят так, что происходит? Что с нашими детьми происходит? They've never argued about how to clean the house. Они уже не спорят, как this is убирать absolutely дом. Exciting. Это здорово. And their grades at school went up.
И оценки в школе стали лучше. And they were healthy. И они счастливы. And they all had rosy cheeks. И у них все такие розовые щечки появились. And the relationships were good. И взаимоотношения замечательные. And they went around singing all the time. И вот они ходят и поют. And even Obed-Edom's cows and his goats. Даже животные Авидара, его козы и коровы, они умножались. They were healthy. They weren't sick. Они были здоровы, они не болели. And Obed-Edom's garden. И в саду, в огороде у Авидара. Если бы вы увидели его сад, he had tomatoes this big. У него помидоры были такие большие. He had to prop them up with boards. He had to prop the plant up with boards. А ему нужно было еще вот подпорки сделать, потому что были настолько тяжелые плоды. He had cucumbers this big around. Огурцы вот такие вот длинные. I mean, the garden was beautiful. Огород был прекрасен. Because God blessed Бог everything that he had. Благословил все, что он имел. And they were so happy. И они были счастливы. How many of you know? Сколько из вас знают? That as you walk with God, что когда вы ходите с Богом, God wants to bless you. Бог хочет благословить тебя. And the presence of the Lord comes. И его присутствие приходит. And brings blessing into our lives. И приносит благословение в нашу жизнь. Oh, dear God. О, дорогой Бог. That's his desire. Это его желание. He desires to bless us. Он желает благословить нас. More than we desire to больше, bless ourselves. Больше, чем мы хотим благословить сами себя. Jesus Christ hung on the cross. Иисус Христос, он висел на кресте. And he took the curses upon himself. И он взял проклятие на себя. So that the blessings of Abraham. Чтобы благословение Авраама. Could come upon all они who believe. Они могли прийти и быть на всех нас. And we have those blessings in his presence. И мы имеем эти благословения, его присутствие. Oh, that is so good. И это так хорошо. And here they are, и вот здесь они находятся. Eating breakfast one morning. Они кушают завтрак в одно утро. And one of his sons listening, watching the sheep. И один из его сыновей, который наблюдает за овцами. Imagine with me. Представьте еще на секунду. He comes running in the house. Он бежит домой. And he says, "Papa, Papa." И он говорит, папа, папа. I hear music. Я слышу, музыка идет. It's off in the distance. Она далеко. What is it? Что там, сынок? Remember, it's been 3 months. Помните, 3 месяца прошло. And Obed-Edom and his family runs out in the front yard. И Авидар и семья бегут вперед. And they listen. И они слышат. And they hear, oh, we bring the sacrifice of praise. И они слышат, мы приносим жертву Богу. Хвалы в доме Господа. Мы приносим жертву хвалы в присутствии. And it started getting louder and louder. И эта хвала звучала громче и громче. И они приблизились к дому. And they looked through the window. И они смотрят через окна. И царь Давид, и священники приходят к этому дому. Eliezer knocks on the door. Eliezer стучится в дверь. And he says, "We've come for God." И он говорит, мы пришли за Богом. Okay. Хорошо. I don't want you to take him. Я не хочу, чтобы вы забирали его. But go ahead. Забирайте. You left him here. Вы же и оставили его здесь. So they come in the door, four of them. И четверо из них приходят. They put their shoulders under the ark. И они помещают свои плечи под поручни. And they go out in the yard. И берут, они выносят ковчег и идут во двор. И они возносят жертвоприношение Богу. And then the trumpets begin to blow. И тогда трубы начинают звучать. The tambourines begin to shake. Тамбурины начинают звучать. The string instruments begin to play. И эти инструментальные. The drums begin to beat. И барабаны, все начинает звучать. We bring the sacrifice of praise. И все начинают прославлять. О, мы прославляем. Приносим жертву хвалы в доме. Жертву хвалы Богу в дом Божий приносим. И они начали удаляться. Мы приносим тебе жертву, хвалу, благодарности. И они пели и удалились. Что они будут делать? Они стоят во дворе. Было хорошо, когда Бог был здесь?
Не было ли это замечательным? How nice everything was. Как все прекрасно было. And now they've taken him. А теперь они забрали. The presence of the Lord. Присутствие Господа забрали. What are we gonna do? Что будем делать? We could go tell people how good it was when мы можем пойти и рассказать всем людям, как хорошо было с ним. But no, that's not enough. Но это недостаточно. I don't want just a testimony of what it used to be. Я не хочу просто свидетельство, как было хорошо раньше. I want a testimony now. Я хочу свидетельство сейчас. That God is with us. Что Бог с нами сейчас. He's showing himself. Что Он показывает себя нам. He's revealing his love. И Он открывает свою любовь. He's healing our minds, our soul. Он исцеляет наш разум, нашу душу. You know what he did? Знаете, что он сделал? I'm not sure. Я не уверен. But the next chapter. Но следующая глава. 14 глава. It says that he, in fact, we can just read it. Excuse me, chapter 15. Chapter 15. Простите, 15 глава описывает. It says this in verse 24. 24 стих. It says that Shebaniah and Josaphat, Nethanel, Amasiah, Zechariah, Benaniah, and Eliezer the priest were to blow the trumpets before the ark of God, and Obed-Edom and Jehiah doorkeepers for the ark. Shebaniah, Josaphat, Nafanael, Amasiah, Zechariah, Ванея и Элиезер, священники, трубили трубами перед ковчегом Бога. What do you think? Едом и Ехия были придворниками у ковчега. Что вы думаете, что могло произойти? Я думаю, что он сказал своей семье. Видите город Давида там? Вот там находится присутствие Бога. Ребята, дети, давайте переедем туда. Давайте возьмем все, что мы имеем. И наши чемоданы. И пойдемте туда, там, где присутствие Бога находится. Потому что я лучше буду придворником в доме Бога, чем я буду жить в шатрах нечисти. Вот где наше сердце. И вот я сегодня взываю к вам. If there was ever a time in your life, если было время в вашей жизни, when you felt closer to God than you do now, когда вы чувствовали, что было время, где вы были ближе к Богу, чем сейчас, why don't you just ask the Lord, спросите у Господа, God, would you restore this sense of intimacy with you? Скажите, что Господь, я хочу, чтобы Ты восстановил эти близкие, интимные отношения с Тобой. Now, here, я знаю, что Ты здесь. Но восстанови свое присутствие, проявляющее в моей жизни. Я хочу ходить с Тобой. Я хочу чувствовать Тебя. Я хочу говорить с Тобой. Я хочу слышать Тебя. This love to be fulfilled in my heart. Я хочу, чтобы твоя любовь наполнила мое сердце. Oh, Holy Spirit, come. Дух Святой, приди. Right now, I sense there may be some of you here. И здесь я чувствую, что есть люди. That you would say. Некоторые из вас. I once knew that I was close to God. Вы говорите, что было время, когда я был ближе с Богом. I need to rebuild the altar. И мне сегодня нужно. Of His manifest presence. Воссоздать этот алтарь, жертвенник, присутствие Его. И все, что нужно сделать, это попросить. Он говорит, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. И сейчас помолитесь. Сделайте это. Помолитесь там, где вы находитесь. Those of you who feel this need, и те из вас, которые имеют эту нужду приблизиться к Богу, just stand up where you are, встаньте, где вы находитесь, and we're going to pray for you. И мы будем молиться за вас. Father, Отец, in the name of the Lord Jesus Christ, во имя Иисуса,
Господа нашего. Я прошу, чтобы Ты сошел на всех, которые стоят. И Ты убери эти преграды. Те вещи, которые только Ты знаешь в сердце, которые удерживают от переживания Твоего присутствия. И что Ты воссоздашь этот алтарь Его проявляющего присутствия. Господь, сделай это в моей жизни. И я прошу во имя Иешуа. Можете сейчас взывать к Нему, молиться. Молитесь и говорите Ему. Говорите, Бог, приди. Скажите, что я знаю Тебя, Господь, но я хочу знать Тебя больше. Я хочу пережить Твое присутствие. Я взываю к Тебе. Поднимите голоса ваши и говорите Ему, и говорите, что Господь, я взываю к Тебе сейчас. Бог обещал, that in the last days, что в последние дни that we would see a restoration of His presence, мы увидим восстановление Его присутствия, that we won't just have religion, и мы не просто будем иметь we'll религию, have relationship, но мы будем иметь отношения. And it's gonna happen in our day, и это случится в наши дни. И мы увидим пробуждение.
мире. И мы увидим силу Бога. I really, while this just a moment while you're standing there. В то время как вы сейчас стоите. In 1999 году. In a crisis in my life. Были кризисы в моей жизни. God spoke to my heart. И Бог проговорил мое сердце. And said, "You will not die." И он сказал мне, что ты не умрешь. Until you see the new revival, the last revival that is coming. До тех пор, пока ты не увидишь последнее пробуждение. You will live. Пробуждение последнего времени. Ты будешь жить, и ты не умрешь, пока не увидишь. I am calling you. И я. Like I called Simon. Я призываю тебя, как я призвал Симона. И он стоял у храма. И он ожидал проявления Сына Божьего. И Симеон ждал, чтобы благословить его. И это было открыто Симеону, что он не умрет. Но это было открыто Духом Божьим. До тех пор, пока он не ждал, не держал ребенка, спасителя Израиля. God has given me that promise. И Бог дал мне это обещание, что я увижу следующее движение Бога. And it will be God. И это будет Бог. It won't be just about us. И это не будет, вопрос не будет о нас, но будет весь вопрос заключаться в нем. Возвеличьте имя Бога. Hallelujah.